Доброе утро всем, ребята. Я, в общем, пока шла за камерой, и у нас так небо затянуло. Вот буквально 2 минуты назад было все небо ясное, солнечно, классно, тепло. Опять тучами все затянуло. Похоже, что снова будет у нас дождь. Я включила СТБ, мою любимую передачу. Я выпила уже кофе, который Ваня мне сделал, и сейчас пойду делать себе завтрак. У нас тут цветочки стоят, красивенные, вот, радуют. И вот такие вот свечки с ароматом пионов, это просто моя любовь. Я еще хочу себе духи купить тоже с этой серии, потому что настолько весенний аромат, настолько просто бомба. Ой, и наша серая пусяночка. Пуся, привет! Пуся, привет, ласточка, привет! Доброе утро! Всем доброе утро, ребят! Я сейчас убираюсь на кухне, разгружаю посудомойку с чистой посуды. Мой завтрак готов, я приготовила себе омлет из одного яйца, там помидорки, хлебушек с томатом. Еще я сегодня планирую варить какой-нибудь суп, может даже борщ сварю. Достала вот курицу размораживаться. Ладно, я буду завтракать, всем приятного аппетита. Так, я домонтировала видео и поставила его выводиться. И пока оно выводится, я сделала себе еще молока с кофе. Боже, как она красиво лежит. Мне так нравится эта ее поза. Кайф. И я наслаждаюсь этим прекрасным напитком. Сделала маску, которую вчера купила. И хожу, пылесошу. И еще думаю помыть полы. Да, то как-то пыльно. Что занимаюсь я уборочкой, еще нужно протереть везде пыль тоже. Так что вот такие вот дела. Дальше мне еще нужно будет заняться стиркой. Так, все, пропылесосила везде. Мне еще нужно постирать одежду, разобрать ее светлое. Отдельная кучка, темная отдельная кучка и цветная отдельная кучка. Ну что, мы по раздельности все стираем. Я думаю, как и все остальные. Так, ладно, все. Полы мои, полы. Нужно вас помыть. Все, стирка загружена. Расфасовала я одежду по кучкам. Первую загрузила белое белье. В общем, я собиралась готовить какой-нибудь супчик, там грибной, либо рисовый, или же вообще борщик забабахать. У меня как раз были все ингредиенты, но я обнаружила, что у меня нет картошки. Какой суп без картофеля? Поэтому суп откладывается. Нужно что-нибудь придумать, покушать без картошки. У меня здесь есть рыба. Я вот ее сейчас достану. У меня замороженная рыбка. Вот такие вот медальончики. Это мерлуса. Это говорили, как по-русски эта рыба называется. И что-то не запомнила. Я хочу... Обычно я ее размораживаю, просто жарю с двух сторон на сковородке с оливковым маслом. Сегодня хочу сделать в кляре. И к рыбе сделаю... Овощи все очень просто, только не в духовке, а тушеные сделаю овощи. Потом уже Ваня, когда вернется, мы с ним вместе поедем в супермаркет на закупку. Нужно картофель купить, молоко купить. Надо и, в принципе, какие-то овощи там для салатика чего-нибудь докупить. А так у нас вроде все есть. Вот. Нужно просто картошку купить, чтобы пюре сделать. Я вот думаю, может, тефтельки забацать. Завтра, послезавтра уже посмотрю с картошечкой, пюрешкой. Давно мы пюрешку не готовили. Что такое? Что случилось? Что случилось? Короче, у меня день сегодня такой, знаете, домашний. Я везде поубиралась, вытерла пыль. В общем, еще приходила женщина, которая раньше здесь жила, просто на ее имя до сих пор приходит почта, и она попросила, в общем... что мы откладывали, мы обменялись номерами телефонов, и она потом просто придет
и заберет свою почту. Вот. И единственное, что, знаете, прикол, я помыла полы, все сделала, открыла балкон, на балконе тоже поубирала, но у нас вот напротив дома, по-моему, это клен, и он сейчас то ли цветет, в общем, короче, такие штучки от него летят, и очень плохо пылесос. Короче, пылесосом собираешь, они откуда-то снова берутся, и я вроде поубиралась, вот хожу по дому и замечаю эти сраные, блин, какашки. Бесит. Бесит меня. Так, ладно. Ну что, у меня, в принципе, все сделано. Наш обед готов. У нас получились вот такие вот овощи с рисом, медальоны из белой рыбы. Так что мы будем кушать. Всем привет. Я уже вернулся. Будем все кушать. Да. Всем приятного аппетита. Приятного. Мы, короче, сейчас только изучаем Сан-Хугат, и у нас до супермаркета, ну, буквально минут, ну, максимум 10, да, на машине? Мы уже 20 минут почти едем, потому что Ваня сначала не там съехал. Мы стараемся без навигатора ездить. Ну да, чтобы запоминать дороги, да. Просто мы ездили от Меркадона домой, и я как бы запомнил дорогу. Но когда едешь наоборот, то оно как бы немножко по-другому. Вот я, короче, проехал там, где не надо, и мы, короче, катаемся, здесь пробка, весело, радуемся жизни. Уже 20 минут едем до супермаркета. Но ничего, красиво. Нам осталось 3 минуты. И нам еще 10 минут ехать. 3 минуты осталось ехать? Всего лишь. Да, 3 минуты, и мы приедем. Короче, тут много машин, я с камерой стою. Я сижу. И очень многие смотрят, что это она в машине снимает. Кого это она снимает? Нас снимает, нас нельзя. Штрафик. За съемочку-то. Да, точно. Моечка. Кстати, в этом городе Сан-Хуат Меркадона еще в старом стиле. Зелененькие такие. Тележки старые, а мы новые. Я не знаю, здесь можно снимать, нет? Ну, проверим. Да? Катя тут набрала кучу всяких замороженных овощей. Очень спасает, когда дома ничего нету. Овощи – это круто. Что, еще что-то? Грибочка. Беру любимую нашу выпечку. Кому-то срочно нужно было позвонить. Оторвали нас от такой важной съемки. В общем, мы набрали вот продукты. Но в основном здесь не продукты. Кинерис. А вот и пеканчики мои любимые. Я по ним тащусь. Вот эти вот орешки сверху, это просто сказка. Какого? Там собачка. Смотри, какая у нас машина грязная. Это все после дождика. Машина была идеально чистая. Эх! Кто это там? Собак оставили одну. Все, прошли. Ну вот, добро пожаловать в аэропорт Барселоны. Все, отправили мы родителей и едем домой. Все, они улетели. Ну как, еще нет. Ну, если не прошли, то значит улетели. Ну да. Прошли? Ладно, все. Теперь домой спать.
спать. Да, поздно уже. Смотрите, солнце встает. Мы уже вернулись домой. У нас такой ливень здесь. И вообще нам на этой неделе передают весь день. Ой, весь день. Всю неделю дожди. Будет у нас пасмурно. Все, мы отправляемся ложиться спать, потому что завтра рано вставать. Я тоже рано встаю вместе с Ваней. Он буквально уходит, и я сразу же, практически сразу же просыпаюсь. Ну, иногда раньше, иногда позже. Короче, все, пора ложиться спать. Так что всем, ребята, спокойной ночи и всем пока-пока. Baby without